В Десногорске продолжаются рейды по соблюдению санитарных мер торговыми объектами города. Очередное подобное мероприятие прошло 26 октября. Сотрудники администрации города и представители Роспотребнадзора посетили торговый центр «Галактика» и магазин «Ремонт дома». У нас работает сейчас комиссия по соблюдению, по проверке указа губернатора. Какие мероприятия вы проводите, как у вас проводится ли термометрия, обрабатываете поверхности, как происходит все это у вас? Будь то торговый островок или сетевой магазин, санитарные меры уже стали привычной частью работы. Обработка рук, термометрия, маски, перчатки – это касается как сотрудников и продавцов, так и посетителей. При этом для удобства последних предметы личной гигиены можно получить прямо на месте. Надо мягко и непринужденно, да, до людей доводить, что все средства защиты на данной территории у вас имеются, что у них доступ к ним имеется, что они без каких-то для себя дополнительных затрат могут их одеть. Важный аспект особых мер – санитарная обработка помещений. Это касается как отдельных арендаторов, так и администрации торгового центра. В обоих случаях пренебрежения к этой обязанности замечено не было. Все нужные чистящие, моющие вещества в полном объеме. Все в полном объеме. Такие рейды, которые с недавних пор стали регулярными, носят информационный, а не карательный характер. Ответственное отношение граждан к нововведениям станет значительным препятствием к распространению новой инфекции в Десногорске. Ожидаем, что люди будут с большей ответственностью относиться к соблюдению данных мероприятий и не допускать распространения коронавируса